Добрый день! Сегодня я расскажу вам лайфхаки, как снимать людей в городе. Снимать мы будем на речном вокзале. Этот парк открылся после реставрации прошлой осенью. Он расположен в левобережном районе на севере Москвы. И несмотря на то, что он расположен далеко от центра, всегда с удовольствием приезжают люди, как погулять по самому парку, полюбоваться на здание речного вокзала, посидеть на набережной, либо отправиться в круиз. Ну и первый лайфхак – одежда должна соответствовать месту съемки. На речном вокзале такой нейтральный бежевый интерьер, поэтому одежда у нас подходящая. Белая, бежевая, коричневая, натуральные оттенки. Еще один секрет. Всегда ищите необычные ракурсы. На речном вокзале совершенно потрясающие галереи, и здесь можно снять классические блогерские сюжеты с выглядыванием. Очень удобно. Смотрите. К сожалению, когда люди себя фотографируют, очень часто большинство портретов средний план, примерно вот так. Не делайте так. Когда фотографирую я использую огромное количество объективов и снимаю не только средние, но и крупные, дальние, суперкрупные и супердальние планы. Так фотография гораздо интереснее. Пространство по максимуму. Например, на лавочке можно снимать не просто сидя, но и используя различные позы. Попробуй сесть вот так. Ногу в кадр. Еще один лайфхак. Если вы хотите разнообразные кадры, обязательно запасайтесь аксессуарами. Украшения, шляпки, сумочки. Все придется к месту. Друзья, спасибо за внимание. Обязательно приезжайте на речной вокзал, гуляйте, фотографируйтесь, экспериментируйте. Хорошего дня!